Любят ли морские свинки своего хозяина? Морские свинки – это необычные питомцы. Это не кошки и не собаки. Они не могут проявлять свою любовь так, как мы привыкли. Но все-таки есть сигналы, по которым можно определить, что морская свинка привязана к своему владельцу. Они едят с ваших рук. Морские свинки от природы пугливые животные. Всякий раз, когда они чувствуют угрозу от чего-либо, например, от вашей руки или внезапного движения, они замирают на месте или убегают, что делает кормление их с рук настоящим проявлением доверия. Морские свинки очень нежно покусывают вас. Покусывание – это признак привязанности. Это то, что морские свинки делают друг с другом в рамках своего социального ухода. Морские свинки спят в вашем присутствии. Это застенчивые и осторожные животные. Им может понадобиться много времени, чтобы привыкнуть к вашему присутствию. Если вы входите в комнату и замечаете, что ваша морская свинка продолжает спать, это признак того, что они доверяют вам. А вы бы хотели себе морскую свинку? Пишите в комментариях.